День второй, утро. Я встал в 6 часов, но пока пошел, накопал червяков, прошло где-то полтора часа. И вот где-то в 7:30 я пришел на рыбалку. Море полуспокойное, средняя волна. Рыбаков очень много, значит, улов сегодня должен быть нормальным. Вот наш небольшой уловчик сегодняшний. Вчера в 9 часов вечера поймал я 2 штучки. Вчера клёва практически не было, а уже когда начало темнеть, я вот вытащил 2 штучки. Сегодня встал в 6 часов утра, пошел, пока накопал червячков. Здесь они специальные морские, такие лохматые червячки. И где-то в 7:30 я пришел, первый раз закинул, и за часа полтора-два вот 8 пеленгасиков, где-то 25 сантиметров, 20-25 сантиметров длиной, небольшие, но на сковородочку будет. Так что вот такая у нас вышла хорошая рыбалочка, первый раз на море. Улов мог бы быть и больше, но наша рыбалка прервалась в связи с тем, что закончилась наживка.